В соответствии с письмом Федеральной службы судебных приставов России и в связи с нахождением в управлении особо важных исполнительных производств о признании строений, возведенных вдоль русла реки Ярыксу самовольными и подлежащими сносу, представители управления торговли провели разъяснительную беседу с предпринимателями торговых точек и предупредили о необходимости прекращения торговой деятельности, вручив каждому копию исполнительного документа. Решение суда есть 2012 года. До 1 апреля вам необходимо освободить помещение и вывести свое имущество отсюда. Уведомляем, будут сносить. Вот все то, что построено на русле реки, будут сносить. Все, уведомляем. До 1 апреля освободите, пожалуйста. Как пояснил начальник отдела торговли Абакар Базаев, руководителям торговых объектов необходимо прекратить предпринимательскую деятельность на самовольно возведенных торговых точках в установленный срок. Кроме того, необходимо принять меры по освобождению данных торговых объектов от имущества. Самовольно возведенные сооружения представляют угрозу для населения в случае возникновения стихийных бедствий, подчеркнул Базаев. Они, как они говорят, опасны. Почему? Потому что вы выйдете, столбики там как стоят. Речка пойдет прямо в волны, она здесь снесет это разрешение. Во-первых, администрация не дает, чтобы на мосту строить рынки. Возведение торговых сооружений в непредназначенных для этого территориях недопустимо, отметили представители управления торговли. По истечению регламентированных сроков управления по исполнению особо важных исполнительных производств, службы судебных приставов с подключением соответствующих правоохранительных органов, торговые объекты будут снесены принудительно. Вика Сулейманова, Самат Гакаев, информационная программа «Пу».